Репост – это новости города Южного. Мы появились в сети в 2013 году. Южному необходим был альтернативный источник информации. В городе не было независимых СМИ. Чтобы быть независимыми, мы написали проект и выиграли грант в Международном фонде «Ведроджиня». Поддержку мы получили на год. Но время диктует новые правила игры. Репост запускает новый проект. Все началось с того, что нам предложил сотрудничество на условиях партнерства торговый центр «Плаза». Мы получили помещение и поделились в сети Facebook своими мечтами. Активные южненцы тут же вызвались нам помочь. Все, что сейчас есть в нашей студии, сделано руками этих людей и при их финансовой поддержке. Даже киевляне в нас поверили. Предприниматели из столицы помогли нам с приобретением очень важного технического оборудования. По сути, это и есть проект общественного телевидения города Южного. В это трудно сейчас поверить, но за этим проектом объективное будущее нашего города. От проекта мы ждем объективного освещения социальных проблем. Це дуже добре, що в нашому місті з'явилася перша незалежна студія. І очікую я від цього проекту об'єктивності та правди. Большие начинания все, которые могут изменить наш город, начинаются с маленьких. И у нас есть очень много хороших людей, у которых есть очень много хороших идей. От вашего проекта я жду... Ожидаю освещения вот таких событий и вот оказания поддержки. Вот я жду от нового онлайн-ТВ то, чтобы они стали ключом к тому, чтобы правда распространялась быстрее, чем ложь. Мы будем приглашать в свои передачи активистов, общественных деятелей и всех тех, кто влияет на развитие и жизнь города и громады. Репост предлагает своим зрителям стать соавторами программ с помощью социальных сетей, чатов, скайпа вы сможете подключаться к дискуссиям в студии. Наш проект достаточно масштабный, и мы всегда рады любой помощи. Мы приглашаем к сотрудничеству общественных активистов, журналистов, готовых работать на общественных началах, и, конечно же, спонсоров. Найти нас можно по адресу repost.com.ua.